Ай-яй-яй. На, Бел. На, еще режь. А мне можно? Можно мне тоже? На, бери. Только ты ее уже не догонишь. Беги ее, догоняй. Вон она. Девочка. Ну, аккурат, аккуратненько, только ее не испугай. Все, бежала. Все. Белка попала к детям. В руки. Ага. Убрала. Хомяк, топчи. Дети догнали, хотели ей еще орешков насовать, но она взяла, наелась. Уже водичку попила перед этим. Все, встали на дороге. Что за тема? Но это почти ручная. Так мы ее знаем, она вот семечки любит. Семечки и фундуки. Я специально вот курочки отбили семечки. Нет, только что она мне орешки взяла. Ну, у меня на бедро, а потом брат. Последний орешек отказалась, но она, видно, вас увидела. Не пугай, я не трогаю руку. А она не боится никого. Она не боится. Девочка? Это девочка. Я девочка, белочка, да, мамочка. Не-не-не, вот так. Да, потихонечку можно, потихонечку подходишь и вот так вот гладишь. Только потихонечку, потихонечку. Не спугни. Потихонечку, потихонечку. Видишь, она вас боится. Боится, видишь, то есть надо очень потихонечку. Смотрите сдалека, видишь, она орешек кушает. Ее не надо трогать, она, видишь? Боится. Дядя ее кормит, видишь? Ну, она меня знает. Можно ее потрогать? Да. Я хочу потрогать ее. Потихонечку, да. Маленький такой. Можно, потихонечку можно. Она такая тепленькая. У них 37-38 градусов температура. Ой, боже, я вот зимой, прелесть. Когда кормлю, они прибегают, у них все, съела. Малыш. Съела? Да. Но. У меня орехи, ты такое не любишь, не, я понял. На семечки обожаю. Сейчас на мусоре здесь семечки. Успают. Да ничего. Голуби придут, берут. Да, конечно, нельзя. И такие тут ласковые. Да, хорошие, хорошие. Уже кушай, маленький. Кушай, кушай. Я все семечки синичкам отдавала. Синички, да, тоже люблю. Синички, грецкие, орехи. Я тоже люблю. Да, и орешки. Нет, ей здесь зачем? Хорошо. Не, зачем? Дома она устроит. Да, дома она погром устроит. Блин, я же. И лучше ну, скот сидел, сейчас я пересижу. Кушай, кушай. Красота. Кушай, 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 кушай. Да, у нее, конечно, есть предпочтение. Семечки это ее. Я же, у меня отдельный кулечек, он семечка. Да, кстати, она так рванула, она... Я орехи дала, она... Увидела издалека, да, жена оделась... говорит, вон твоя, да. И побежала. Ты уже, наверное, елась, да? Или еще? Она такой хороший орех съела, потом еще ребенок подбежал у меня, выпросил орешек. Понятно. Сама. Ей догнали дети, ее дали. Понятно. Сейчас даю твои семечки на твои. А потом, да, потом я ей еще предложила орешек, а она вас увидела и побежала сразу, четко на семечки, сразу глаз. На семечки. Давай. А, фундук, ну бери фундук. Все надо уже. Конечно. Давай, это же червые семечки. Ну, подсушенные, да. Главное, чтобы не соленые, обычные. Белкин и фанат. Пойдем в траву, пойдем. Скажи, Белка, это Слава уже за тобой целой толпой бегает. Иди сюда. Сильно долго кушает, семечки быстрее кушают. Так она уже как бы и наелась, вот она уже про запас, карманов-то нету. Ну да, вот сколько съела, столько и... Да, все с собой. Все, доела свой фундук? Это вы с ней опять договорились на время, да? Нет, нельзя, хитренько какая. Ну пока иди, моя хорошая, иди. Рыжуля, иди сюда. Все. Рыжуля, убрала рыжуля, водичку побежала пить. Ну как, проходят наши встречи.
Все, поплыла. Она раньше бегала, у нее пузик большой был. Знаешь, маленький. Все, уже наелась. Да. И надо поилочку сделать, да. Если вы знаете где. Там... Да, вон речка целая. Так и далеко бежать. Все уже, да? Ей же надо... Так, уходи с дороги, брысь с дороги.